этих кадрах машины змейкой пересекают сплошную линию. Пассажиры практически по пояс высунулись из окон движущихся машин. Нарушители правил дорожного движения и карантина предусмотрительно сняли номера с машин. Но на некоторых все же видно – автомобили с номерами Туркестанской области. Нарушителей полицейские нашли быстро. Беспредел на трассе устроили студенты Шымкентского колледжа. Через Тулебийский район лихачи направлялись в Казагуртский. Позже нарушители раскаялись. Алгабас трассасында, перевалында. На перевале Алгабас я нарушил правила. Вину признаю, больше такого не повторится. Алгабас перевалында нарушение жасадым. Гулянкиде. На гулянке я грубо нарушил правила. Прошу прощения за это. ВАЗ и «Лада» сейчас на штрафстоянке. Их владельцев ждет административка. Двум водителям «Мерседесов» вменяется несколько нарушений. Полицейские привлекли в административном порядке в соответствии со статьей Административного кодекса Республики Казахстан 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» и 601 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметками на проезжей части». Дорога ошибок не прощает, однако некоторые водители, кажется, об этом забывают. Ради минутного хайпа, лайков и комментариев идут на необдуманный риск. Гоняют по встречке, снимая свои выкрутасы на камеру. Анастасия Новикова, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Утрар».